Готовится конкурс у питомников. Пожалуйста, собирайтесь в ринге предварительного осмотра. Опоздавшие не будут участвовать. Thank you.
видок. В ринг приглашается сын Бернара. Американский Акита. Эрдель Терьер. Тайский Риджбек. Стандартная жесткошерстная, брюссельский грифон, такса кроличья, гладкошерстная. Место. Питомник такс стандартных жесткошерстных Diamond Дити Крис. Второе место. Такса кроличья гладкошерстная. Питомник Northern Lift. Победителем конкурса питомников международной выставки «Собак Белой ночи 2020» становится питомник Эрдель Терьеров «Рус Корнус». Владелец Микулин, Россия.
Спасибо большое, да. Время наше закончилось. Следующий конкурс, конкурс производителей. Спонсор конкурса компания Гранд Альфа. Сухие влажные корма Happy Dog. Это высококачественные корма для ваших питомцев, которые производятся в Германии уже больше 50 лет. Судья в ринге Юлия Овсянникова, Россия. Судья в ринге Овсянникова Юлия, Россия. В ринг приглашается Леквантерьер, тайский риджбек. Производители международной выставки собак «Белой ночи 2020» становится «Кинг Чарльз Спаниель», номер по каталогу 984. Thank you.
закончились. Судьей по выбору лучшей собаки в первой группе выступает Душан Кунович, Сербия. Но вы его все хорошо знаете, он довольно часто бывает и в России, и уже далеко не первый раз идет у нас. Спонсор конкурса «Гранд Альфа» на стенде компании «Гранд Альфа». Все участники выставки могут принять участие в беспроигрышной лотерее. В ринг приглашается австралийская овчарка, немецкая овчарка, бельгийская овчарка, бордер колли, австралийский хидер, колли длина шерсти, колли бородатый. Миниатюрная американская овчарка, шелти, эдж-корги пембрук и шеперки. Третье место в Схиперке, номер по каталогу 128. Второе место австралийский хилер, номер по каталогу 13. И победителем конкурса и участником финального конкурса названия «Лучшие выставки» становится... Поздравляем победителей и призеров конкурса.
Следующий конкурс у нас это конкурс названия лучшей собаки второй группы МЦИ. Спонсором конкурса выступает компания Grand Alpha. На стенде компании вы можете проконсультироваться. Вас ждет специальное предложение на другие важные корма. В ринг приглашается немецкий дог. Бразильская фила, бульмастив. Русский черный терьер, шнауцер, ротвейлер, доберман. Все участники уже в главном ринге.
третье место. Бергский зенит-клуб, номер по каталогу 153. Второе место. Доберман, номер по каталогу 216. И победителем становится Ньюфаундленд, номер по каталогу 258. Мы поздравляем участника, он становится участником финального конкурса на звание «Лучшая собака выставки». Поздравляем победителей и призеров конкурса. Напоминаю, что в ринге был судья из Азербайджана Виктор Лавакин. Мы просим собраться участников на звание лучших в третьей группе. Пожалуйста, все уже должны быть в ринге предварительного осмотра. Время на фотосессию заканчивается. Терьер, американский сафарширский терьер, ирландский пшеничный терьер, бультерьер, сафарширский бультерьер, кэри-блютерьер, пеллингтон-терьер, фокс-терьер, вест-хайлер-туайт-терьер, вельш, лайблет, скотч-терьер, гер, австралийский терьер, норфолк терьер, джек рассел терьер, норвич терьер, английский той терьер, дэнди дибл и йоркширский терьер.
Конкурса и участникам финального конкурса название лучшей собаки выставки становится бультерьер стандартный номер по каталогу 415. Судья в ринге Алексей Белкин, Россия. Спонсор конкурса «Гранд Альфа». Все владельцы питомников и заводчиков, заполнившие карту партнера на стенде компании «Гранд Альфа», получают вкусные подарки для своих питомцев. В ринг приглашается такса стандартная, гладкошерстная, длинношерстная, жесткошерстная. Такса миниатюрная. Длинношерстная, гладкошерстная, жесткошерстная. Такса кроличья. Гладкошерстная, длинношерстная, жесткошерстная. Thank you.
собака выставки становится такса стандартная гладкошерстная, номер по каталогу 587. Победителей и призеров конкурса на лучшую таксу. Напоминаем, что лучшую таксу выбирал Алексей Белкин, Россия. А следующий конкурс будет конкурс на лучшую собаку в пятой группе ИФСИ. Спасибо. Время фотосессии заканчивается. Лучшую собаку в пятой группе будет выбирать судья из Сербии Душан Поврович. А спонсором выступает компания «Гранд Альфа», которая предлагает специальную программу по работе с питомниками, заводчиками и их окружением. За подробностями обращайтесь на стенд компании. В ринг приглашается американская акита, аляскинский малаут, самоедская собака, тайский риджбек, хаски. Собаку в пятой группе выбирает Душан Полунович, Сербия. Результаты. Третье место СИБА, номер по каталогу 729. Второе место. Тайский риджбек номер 753. Какая многочисленная поддержка у тайского риджбека. И победителем конкурса и участником финального конкурса по званию лучшей собаки выставки становится американская акита номер 635. Группы призеров.
Представлять лучшую собаку будет Виктор Лобакин, Азербайджан. Гончая, бигль, малый малтейский пасок грифон. Напоминаю, что судья в ринге Виктор Лобакин. И через несколько минут мы узнаем, кто становится победителем седьмой группы и продолжит борьбу в финале. А участников седьмой группы мы просим собраться в предварительный ринг. Третье место. Basset Hound, номер по каталогу 789. Второе место. Родезийский Риджбек, номер по каталогу 820. И победителем становится Bloodhound, номер по каталогу 806. Мы поздравляем Bloodhound, он становится участником финального конкурса на звание «Лучшая собака выставки». Бегом на фотосессии быстренько. Спасибо. Следующий конкурс это Россия, а спонсором конкурса выступает компания «Балта». Опыт компании является залогом счастливой и активной жизни вашего домашнего питомца. Ирландский сеттер, сеттер-гордон, две барани, длинношерстные, гладкошерстный, итальянский брак, пойнтер, венгерская короткошерстная легавая и итальянский свиной.
Итак, третье место. Ирландский красный сеттер, номер по каталогу 839. Второе место. Итальянский брак, номер по каталогу 843. И победителем конкурса становится итальянский спинони, номер 845. Ну что ж, мы поздравляем победителя и призеров конкурса. Время, чтобы все могли сфотографироваться. Пакет украсть. Спасибо. Лучшую собаку в восьмой группе будет определять Юлия Овсянникова, Россия. Приглашаем участников выходить в ринг. Золотистый ретривер.
место. Английский спрингер спаниель. Номер по каталогу 872. Второе место. Лабрадор ретривер номер 909. Победителем конкурса и участником конкурса названия «Лучшая собака выставки» становится золотистый ретривер номер 880. Ну что ж, мы поздравляем победителей и призеров конкурса. Напоминаю, что лучшую собаку 8-й группы выбирала Юлия Овсянникова, Россия. Девятая группа уже в предварительном ринге, уже готова к битве. Спонсором конкурса на лучшие собаки в девятой группе является Альфа, на стенде которой вас ждет спецпредложение на сухие и влажные корма всей гаммы этих кормов. А выбирать лучшую собаку в девятой группе будет Алексей Белкин, Россия. Ну, вы его все хорошо знаете. Уважаемые участники, выходите в ринг. Пудель большой. Пудель миниатюрный. Пудель той. Китайская хохлатая собака. Хаза Апса. Пишон Фризе. Французский бульдог. Кавалер Кирк-Чарльз Спаниель, Кирк-Чарльз Спаниель, Мопс, Бельгийский грифон, Брюссельский грифон, Малый Провансон, Папильон, Русский Той-Терьер, Чихуа, Шицу, Пекинес. Сейчас мы узнаем результат. Третье место. Кинг Чарльз Спаниель. Номер по каталогу 984. Второе место. Пекинес.
десятой группе уже собрались в предварительном ринге. Спонсором конкурса на лучшей десятой группе выступает компания «Валта». Сухие, влажные и беззерновые рационы не содержат искусственных консервантов, красителей и усилителей вкуса по всем линейкам кормов мяса является ингредиентом номер один. Судья в ринге Виктор Лавакин, Азербайджан. Он определит лучшую собаку в десятой группе. В ринг приглашается афганская борзая. Ирландский вальскун. Малоитальянская борзая. Русская псовая борзая. Салюки, слюги и уипет. Лавакин определил лучшую собаку в 10-й группе. Сейчас мы узнаем результаты. Третье место Салюки, номер по каталогу 1169. Автотворит и ритм, приглашаем всех в бэби. Ирландский вальфхаунд становится призером и занимает второе место. И победителем конкурса становится афганская борзая, номер по каталогу 1147. Мы поздравляем победителя и призера конкурса. Итак, определены победители всех 10 групп. У них теперь есть небольшое время, чтобы подготовиться к финальному конкурсу Best Show. А мы просим всех бэби собраться в предварительном ринге. И следующий конкурс будет конкурс на лучшего бэби. Спонсор конкурса – компания Grand Alpha. Предлагает специальную программу по работе с питомниками, заводчиками и их окружением. За подробностями обращайтесь на сайт компании. Итак, конкурс «Бэби». Лучший «Бэби» будет выбирать Елена Кулешова, Россия.
поддержим их аплодисментами. Благодарим наших самых маленьких участников. Желаем им счастливой выставочной карьеры. Спасибо вам, уважаемые владельцы. Thank you.
всем бэбикам вырасти здоровых, счастливых собак и принимать участие уже в более старших классах. А мы поздравляем победителей и призеров этого многочисленного конкурса. Напоминаю, что в ринге была Елена Кулешова, Россия. А готовятся уже дети чуть старшего возраста, щеночки. Они все уже должны быть в предварительном ринге. Лучше же так. Конкурс будет портировать компания «Гранд Альфа». Она приглашает всех гостей выставки на свой стенд и консультацию по рациону для кормления питомцев. Выбирать лучшего щенка будет Виктор Лобакин, Азербайджан. Приглашаем в ринг наших юных участников. Thank you.
712. И лучшим щенком международной выставки собак «Белые ночи 2020» становится Норвич Терьер номер 471. Мы поздравляем вас с победой. Поздравляем совсем еще молодых собак, которые показали не только, что они красивые породы, но еще и хорошо умеют управляться. Смотрите, такой марафон выдержали. И это приятно, когда ветераны не сидят дома, а продолжают жить активной жизнью, и они очень радуются, когда их берут на выставку, когда они могут опять попасть в эту атмосферу. Это поддерживает очень и собак, и владельцев. Поэтому конкурс на звание лучшего ветерана всегда такой особенный и трогательный. Потому что у вас и собаки прожили долгую и счастливую жизнь. Итак, предварительный отбор. Давайте поддержим. Спасибо вам огромное. Спасибо, спасибо за участие. Спасибо за прекрасную форму ваших питомцев. Круг почета. Аплодисменты. Второе место шнауцер перед Сунью, номер по каталогу 371. Победителем конкурса и лучшим ветераном международной выставки собак «Белые ночи 2020» становится английский спрингер-спаниель номер 872. Ну что ж, мы поздравляем всех участников конкурса на звание «Лучший ветеран» и, конечно же, победителей и призеров. Напоминаю, что в ринге была Елена Кулешова, Россия.
многочисленных конкурсов. Спонсором конкурса на звание лучшего юниора выступает компания Grand Alpha. Grand Alpha на своем стенде вас ждет специальное предложение на сухие и влажные корма Happy Dog, Pro-Life, Галози, Ринки, Олдбейк, Радиш. Выбирать лучшего юниора будет Душан Паунович, Сербия. Еще раз напоминаем участникам, что приглашать мы будем по группам. Итак, мы приглашаем участников первой группы конкурс юниоров. Предварительным рынке просим собраться участников на конкурс названия «Конкурс России». Здесь приглашаются участники. Вторая приглашаются участники третьей группы.
второе место Норфолк Терьер. И победителем и лучшим юниором международной выставки собак 2020 становится тибетский мастиф номер по каталогу 315. Ну что ж, мы поздравляем победителя и призеров этого многочисленного трудного конкурса. Напоминаю, что в ринге был Душан Паунович, Сербия. А мы ждем следующего конкурса. Гордость России. В каждой стране есть отечественные породы собак. В России таковых достаточно много. Породы известны во всем мире, нам есть чем гордиться. И в области кинологии тоже. Поэтому вы сейчас будете иметь возможность посмотреть на отечественные породы собак, представленные на нашей выставке. Напоминаю, что здесь в этом конкурсе выбирается одно место. Лучшую собаку конкурса «Гордость России» будет выбирать Елена Кулешова. В ринг приглашается русский черный терьер, русская псовая борзая, самоедская собака. Три участника, но для зрителей, которые, возможно, впервые на выставке собак, мы обращаем ваше внимание, что здесь выбирается один победитель. Призеров в этом конкурсе нет. Гордость России. И победителем конкурса «Гордость России» международной выставки «Собак Белой ночи 2020» становится русская псовая борзая. Ну, а номер по каталогу 1161. А в предварительном ринге должны собраться участники финального конкурса, название лучшей собаки нашей выставки. Финальный конкурс. Говоря по научному тесту шоу. Будет судить. Георгий Бакушин, Россия. А спонсором выступает Гранд Альфа. В ринг приглашается судья Григорий Бакушев, Георгий Бакушев. Мы приглашаем участников финального конкурса название «Лучшая собака выставки» в ринг. В ринг приглашается австралийская овчарка, номер по каталогу 5. В ринг приглашается Ньюфаундленд, номер 258. В ринг приглашается бультерьер с
Шихта номер 635. В ринг приглашается Bloodhound номер 806. В ринг приглашается итальянский Спинони номер 845. В ринг приглашается золотистый ретривер номер 880. В ринг приглашается пудель миниатюрный классического окраса номер 1054. Последний участник – афганская борзая номер 1147. Выдержать такую трудную борьбу не просто, поверьте. А сейчас узнаем результаты. Итак, третье почетное место занимает Bloodhound номер 806. Второе место. Ньюфаундленд, номер по каталогу 258. И победителем финального конкурса, и лучшей собакой международной выставки собак «Белой ночи 2020» становится американский Акита номер 635. Мы поздравляем победителя. Уважаемые участники, уважаемые гости выставки, сегодняшний день подошел к концу, закончилась международная выставка собак «Белые ночи 2020», но мы ждем вас завтра.
здоровья. И напоминаю вам еще раз, мы с удовольствием ждем вас завтра. Благодарим вас за то, что вы дождались финального конкурса. Это самые стойкие, самые знающие зрители. Мы всегда рады вас видеть. Всего доброго, ждем вас завтра.